Ну вот, это все происходит на высоте 2800 метров. За моей спиной заброшенная штольня, шахта. И трудно сказать, по сколько объемов руды оттуда добыто. Но не зря дорога пробитая. Но судя по гнилой крепи, это не один десяток лет назад происходило. Какая-то странная порода, сочащаяся желтым цветом. Хотя большие выходы какой-то... А вот, кстати. Какой-то розовой такой приятной породы. В общем, что добывали тут неизвестно. И зачем надо было ради этого, ну, скажем так, не в самом богатом государстве Турции строить такие вещи на высоте 3000 метров. Потому что есть еще одна шахта, чуть-чуть выше, на 3000 метров, тоже заброшенная. Нижние подвалы залиты водой. Вода, как ни странно, почему-то не уходит, хотя, в общем-то, порода здесь карстующаяся. То есть, видно, там либо идет дальше какой-то монолит, что они эту породу добывали, либо так мощно глиной забито. Неизвестно. И дорога, остатки дороги подниматься сюда не так-то уж просто. Даже на джипе близко не подъедешь. Вот так вот. Это небольшой репортаж для программы «Невероятно, но факт». Спасибо.